40-30. Еще один нетбол. На геймболе сваливается еще один нетбол, еще один гейм выигрывает Иванович. Это первый гейм во второй партии. 1-0 впереди теннисистка из Сербии. И сейчас вот мы увидим статистику первой партии. Во-первых, сколько она продолжалась. И также мы с вами и увидим количество невынужденных ошибок. Это очень интересный показатель. В два раза больше. На подачу Петрова. Только что наш режиссер Антон Миханов сообщил, что до через 15 минут мы закончим смотреть матч Петрова-Иванович на канале Евроспорт Интернешнл. Здесь будет футбольный поединок показываться. А мы перейдем на второй канал и будем смотреть матч Сирена. Матч, прошу прощения, матч Звонаревой и Макаровой. Должны были показывать матч Сирена-Вильямс и Саманта Стосур, но в связи с тем, что Сирена снялась из-за травмы пальца большого правой ноги, такая пришла информация. Ой, как здорово играли сейчас по линии с бэкхенда Иванович форхенд Петрова. И в конечном итоге, вот смотрите, раз линия, два линия, и Надя ошибается. Тройной брейкпоинт. Отыгрывал один брейкпоинт. Второй эйс у Нади. Выиграл гейм, сделала брейк, выиграла второй гейм подряд Иванович во второй партии. Счет становится 2-0 в ее пользу. И еще одна подача Анны Иванович. Я смотрю количество встреч, сыгранных Иванович и Петровой. 6-4 впереди Анны Иванович. Причем последний матч она выиграла в Риме. Мы говорили 6-0, 3-0. И это в этом сезоне. И Надя прекратила борьбу. Это играли на грунте. Предпоследний матч выиграла Иванович там же, в Риме. Только в четвертьфинале это было в прошлом году. А до этого два раза Петрова в 2009 и 2008 году побеждала в решающей партии Анну. Ну, в общем, преимущество 6-4 по личным встречам это не такое большое. Но вот главное, что сейчас начинает налаживать форхенд Иванович. Она становится более смелее и агрессивнее, и у нее все более и более опасные действия по отскочившему мячу проявляются. 15-0. Арбитр из Португалии Мариана Алвиш была на ваших экранах. Она ведет эту встречу.
30-0. Янкович против Чжэньчжи 3-0. Вердаско 5-4 против Ладра. Первой партии подавать итальянец будет. Испанец, простите. Ранни Пеншуай по 3. Пинетта повела 1-0 против Хантуховой во второй партии, проиграв первый сет 3-6, и у Штепана Кайголбева тайбрейк. Ну, а Надаль 6-5 ведет. Двойная ошибка у Анны. Это пятая двойная ошибка у нее за матч. Надаль 6-5. 15-0 и подает. Мюррей 5-4 против Нелбандяна. На подаче аргентинец. Двойной сетбол у Энди. 40-15. Выиграла Гейн Иванович. И счет становится 3-0. Ну и по всей вероятности это все, что мы можем сегодня увидеть. Матч Петрова и Иванович. И сейчас, наверное, переходим на второй канал, где будем наблюдать встречу двух россиянок, Веры Звонаревой и Екатерины Макарова. В Колумбии собралась самая перспективная молодежь планеты.